Смотри, эндоскелет. Прикольно, стоит, руки вверх, штаны наверх, да? Идеи, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Стаканчик, Серега, Бродяга. Как всегда, очень много классных подписчиков, скажите крутые слова. Всем привет! Всем привет! Здоровья. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Как мы и обещали, все будут аниматрониками, а мы с Серегой вдвоем охранники. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, Сережка, закрываем для начала двери, осваиваемся, потому что подписчики сказали, что будут ходить нас сегодня жестко пугать. Так, смотри, сколько их тут. И тут Фокси, и здесь Фокси. Надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Пацаны, дайте дверь открыть хоть на секунду. Пошли вон отсюда. Ой, 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 Серега. Заходи, заходи назад, заходи, заходи. Сегодня будем веселиться. О, я слышу, опять бежит. Да это что вы? Гармонист, иди на гармошке песни пой. О. Так, так, так. О, еще один. А, я вижу, я вижу. Лицо свечу, уходи. Классный мод на фонарик, очень круто смотрится. Чпоникс. Так, смотри, кто еще тут пришел. О, это говёный Фредди. Смотри, смотри, ой, темный Фредди. Ты что вы творится, делаете? Ребята? Че вы деретесь, что ли? Кто будет возле окна стоять? Гачи-мучи. О, смотри. И замер. О, смотри. Пошел вот это вон. Кабан. Нифига себе у него руки, видели? Обиделся Серега, взял, оскорбил аниматроника. Еще один пришел. Ну, ого. Конечно, жирный золотой Фредди пришел. Как его не оскорбить? Они там все крякают, кряхкают. О, смотри, кто пришел, Спринг Бонни. О, и волчара. Ого, да вы че, вообще сумасшедшие. О, смотри, голову вывернул, тебе не больно? Нет. Так, а здесь? Ого. Дим, я сейчас сюрприз туда закину. Давай. Закрывай калитку сразу, на. Попей воды. Бон аппетито. О, стучит, смотри, я помню эту анимацию. Хоть посмотрю, как она выглядит, когда это изнутри. Слышь, ты нам стекло разобьешь. Будешь мыть стекла. Да он убежал. Он таракана там придавил. Открываем двери на секундочку хоть. Отлично. Смотрим внимательно. Пока мне все хорошо. Серега еще даже ни разу не проиграли, потому что мы профессиональные охранники. Да. О, слышу, челепиздрик идет. Закрываем двери. Марионетка тут, Дим. Никого. Ай-яй-яй-яй, бежит-бежит, успел. Если вы подойдете, мы не успеваем дверь закрывать, так что вы нас напугаете. Так, Серега, давай, просыпайся. Пора на работу в пиццерию. Хочу работать, у меня еще 5 минут. Слышь, ты что тут сальтухи крутишь? О, прикольно. Челепиздрик называю я на него, ушел. Мониторы поломанные, все полома. О, с этой стороны пришел. Блин, я хотел только двери открывать, он уже пришел. А нет, как его лучше? Purple Freddy. О, эндоскелет. Я думаю, сколько. Я не вижу, что ты там сидишь и смотришь. Ржешь, а? Так, марионетку вижу, стоит. Слышь, я вижу твой микрофон, зарубрежь свою руку, вонючую. Убери твой этот ВД-900 микрофон конченый. Ой. О-о-о, там. Я видел. Ой-ой-ой-ой, он идет сюда. Димка, я думаю, пора наказывать аниматроников. А каким образом? А вот таким. Че ты за мешок цемента у тебя в руках? Я ты взорвешь нас. На. Нет. Ого, он что, он там дрожит? Закрывай. Так, я вот так по краешку. На. Ты давай открывай, а я буду кидать. Давай с этой стороны. Отличная тактика, так. Мне нравится. Давай еще, я постараюсь сразу две закинуть. Ой. Серега, а если ты взорвешь, мы умрем или нет? Да. А если вот так вот прям в уголок запрыгнуть? Нет. Все равно умрем? Да. Придется жертвовать собой, что ли? Говно. Закидывай тогда все, мы откроем двери, они сюда зайдут, и мы пожертвуем с собой.
побольше. Ой, сколько, ребят, вот это у нас сегодня трэш какой-то с аниматроников. Все лезут к нам, все хотят охранника уничтожить. Ну, Дима, эти... я на тебя нацепил бомбу. Камикадзе, пожертвуем собой. О, смотри, кто пришел, он может через это убить, через окно даже. А ну нажми удар, ударишь или нет? А, нет, все, надо отойти. Нас, мы все равно умрем, на тебя бомба зацепила. Ничем, мне нравится. Ого, пришли. Вот это великаны. Че, Серега, взрываем? Открывай двери. Давай, на счет три. Ты эту открываешь, я эту. Все, взрываю. Ух ты, я хотел еще выбежать. А вдруг? Ай, закрывай калитку. От блина! Слышь? А, я застрял. Так, выходи. Ушел, отлично. Закрываем. Здесь открываем. Ой, закрываем. Нет, это так не работает. Ой-ой-ой-ой-ой! Да блин, а я открыл, ты закрыл. И так мы и жили долго и счастливо. А, в этой карте двери не убивают. Было бы прикольно, если бы дверь мочила. А, на нельзя. Стол не пускаю допрыгнуть, я понял. Да что ты вечно умираешь тут? Ломается, говню. У него батарейки хватает только сюда дойти, а потом она садится. Думаешь, я тебя не вижу с правой двери? Твой нос торчит там. Вот ты видел, Дима, нос торчал в двери? Не-не-не. Я дурак, не вижу его. А его нету. А вот он ушел уже, он в невидимке. А он есть. Пока, Дима. О! Эй! Привет! Заходи. Закрывай, закрывай. Вот это жесть, они ржут. Че у нас не убирается в нашем офисе? Куча паутины. О, шкатулку кто-то принес. Опа, стоит. Красавчик. Пошел, пошел. Я вижу тебя, ты ползаешь. Тогда чуть посмотрим здесь. Ничегошеньки нету. Как-то спокойно, тихо. Эй! Марионетка, психичка. Прикольная анимация вот эта, очень классно смотрится. Смотри, какие у нее глаза без маски, просто две точки. Да, 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 да. Офигеть. А рта даже нету, прикинь, Зим. Ну да, а на маске есть, как будто кричит. Да. Зато зрачки есть, в чем прикол, да? Угу. Опа, я вижу здесь тень аниматроника вроде бы. Да. Ага, тебя видно. Если бы еще тени откидывали, вот это был бы вообще трэш. Ну. А давай мы откроем и закроем. Оп, оп. Я пузо вижу твое. О, пришел. Твой Бонни. Красавчик. Ну а что ж, в большой семье клювом не щелкают. Так, пока мы слились два раза. И это уже хватило, чтобы мы запороли ночь. О, я запрыгнул. Думал, сюда нельзя запрыгивать. Я тебя, Серега, вижу. Вон он лазит. Так, смотрит, смотрит. Я тебя вижу. Мы дверь открывать не будем. Ты нас замочишь сразу. О, еще один. Ну что, по очереди здесь? Бежим, бежим, бежим. Чика стоит. Ух ты! О, на! На! Меня убили. Всех подряд мочат. Смотри, эндоскелет. Прикольно, стоит, руки вверх, штаны наверх, да? Давай ничего. А, не, ушел, ушел, ушел. Ого, у нас тут черная. Надо уже полы мыть. Ой, да блин, я его не увидел. Ну не увидел его, он сильно жесткий. Я крыса. Замочил нас двоих. Красавчик, красавчик. Ну а что ж, надо быть внимательным. Так, кто у нас тут топает? Вы плитку поломаете, тяжеленные аниматроники. Рассмотрим изнутри, прям видно механизмы. Крючок. Пасти, золотые зубки. А что ты золотые? Где родные? Выбили уже, да? Да. Ушел. А, нет. Опа, включил добрый... Да, зло режим, тихо, не надо, не надо. Я его боюсь, а. Смотри, какие глазки. Классный аниматроник.
Ого, у него пятак какой, прям дышит мне в нос. А нюхай себе. Ага, понюхай, понюхай. Фу, говной воняет. Так, открываем. Да блин, да что его не видели? Он специально подкрадается на подкрадулях, чтобы мы его не видели. Да? Блин, ну умный аниматроник. Самый умный аниматроник сегодня у нас. Самый умный аниматроник в пиццерии. Так, Серега, теперь надо нам этот, внимательно, перед тем, как открывать, я буду все чекать. Так, никого... Есть! Чика. Я твой отравленный кекс есть не буду. Иди его довари. Чизпекень. Опа. На мангале дожарь. Я вижу, возле двери стоит здоровенный аниматроник. Вот с этой стороны открываем лучше. Да блин, я успел. Там кто-то был? Да, Видимки? Черный чилипиздрик пришел. Вон я его вижу, пятак просвечивается. Это Голден Фредди. Слышь ты, ты своей головой тут не махай, на тебе. Так. Выключился. Ну-ка, он там один, кажись, был, я выйду. Серега, будь надо аккуратней. Какой умный чилипиздрик. Так он в невидимке был, конечно же. А я его увидел. Опа, когтяки у него, ничего себе. Так, смотрим с этой стороны. О, стоит. В невидимку зашел этот говнюк. Ах ты, блин! Я его заморозил, Серега, но он нас мочит. Да блин! Я ж дергаюсь, у меня сейчас сердце вылетит из жопы. Хотя заморозили, говно ты такое. На тебе. А, вот так значит. Так, открываем. Наверное, никого нету. А, я даже не... О! Ой. Компания сидит. О, тут точно никого нету. Нет, тут тоже кто-то есть. Замуровали демоны. Так, да. Окружили нас. Я без боя не сдамся, Дима. Я знаю, что возьму сейчас. У нас есть гранаты красные, которые обсерейшн делают. Так мы тоже сдохнем сейчас. Не, я кину туда. Вот так вот. Смотри, как оно его дамажит. Не подходи, Серега. Он, видишь, не может теперь подойти, его отталкивает. Дамажит со всей силы. У меня один хп остался. Ах ты. А как так-то? А ты от собственной гранаты умер. Так она вроде далеко была. Давай здесь скину. На, попей. А, говно. Блин, мы сейчас будем умирать, да, по чуть-чуть? Да. Ого, ты тоже кинул или нет? Нет, это ты кинул. Блин. О, я эту газировку знаю. Такие трупы лежат. Серега, просыпайся, это все нам снится. Взрывай. Я даже не буду возрождаться специально. Хотел сказать, просрала. Это Ментон с колой был? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.